Однажды покойному пришлось ехать на двугорбом верблюде. Ящик на горбах не закреплялся, съезжал. Животное чувствовало тело Ханса и боялось его. А в ноябре ударили морозы. Они оказались такими же неистовыми и изматывающими, как и прежде. Была жара. Взрослые пили пиво, дети... А дети лимонад. Лимонад, как ты так все запомнил? Что? Немало безумцев, диких и крикливых, бродят они по мельницам, по фермам, по бедным деревням, в ноги и руки себе втыкая гвозди и колючки. И в этом страшном виде умоляя о подаянии. Безумец жалкий, нищий и бродяга. Все это люди. Все это что-нибудь. Эдгар, ничто. Нечего об этом говорить, оставьте. Ну, кого ты похож стал, ведь прям волчью жизнь ведет. Для меня счастье — это семья, сыновья, дети, родина. Вот это для меня счастье. А у вас что, дети есть? Есть! У меня много чего есть. И те, кого я сочинил, плюс эти, кто взаправду жил, и этот двор, и этот дом летят на фоне голуом. Летят неведомо куда. Красивые, как никогда.